Привет всем. Вас приветствует канал Лига Music Wars. У нас подземка заканчивается. В конце самое веселье. Как говорит, 500 мест за 9 минут. Хоп! Разом. Будем на ускоренной перемотке делать. Прикольно, куча всякой фигни нападала. Вон. Как обычно. Вот, а сейчас у нас идет майская распродажа. Вот, до 2 числа появился новый модуль. Прикольно. Новое введение. Очень интересное. Сейчас мы немножко поподробнее его разберем. Куча цифр для начала непонятно. Вот. Скупил уже все подарки за векселя. То есть все, у меня их нету. Открывал подарки. Уже... Но видео об открытии подарков я буду делать в конце. Не хочу. В общем, открыл 30 подарков. Открыл этих 5 подарков. Не выпало у меня этой радости в виде преобразователя. Видимо, из-за того, что он 10 уровня, шанс выпадения у него совсем маленький. Вот, и начинается, наверное, он где-то процентов с 5. Но единственное, что радует, модуль действительно никуда не денется. Будет работать у вас так же, допустим, как психометр или карманный хакер. То есть будет находиться у вас на складе модулей и будет усиливать. А сейчас давайте его немножко поподробнее разберем. Посмотрим, что это за цифры такие и к чему они ведут. Вот наш новый модуль, энергетический преобразователь. Так, давайте-ка, с чем его едят? Мне очень было тоже интересно узнать. Вот, у нас получается энергетический преобразователь накопительный. То есть, чем больше вы участвуете на музмехах и в экспедициях, тем выше у него уровень заряда. Для чего же он нужен? Для усиления самого музмеха. Вот, получается, самое простейшее 5% усиление. Вот, требует 2 единицы заряда, так скажем. 25% усиление требует, соответственно, 10 зарядов. Вот, на таблице примерно показано. И, соответственно, чем выше будет прокачиваться энергетический преобразователь, тем меньше требоваться будет зарядов для усиления самого музмеха. Вот, смотрите, это максимальное количество запасов. Вот у меня сейчас 10 штук, то есть вот показано, это нулевой уровень у меня. Если я хотя бы прокачаю его на плюс 1, у меня уже шкала будет плюс 20, соответственно. И так далее. Ну, любимым донатом, соответственно, нашим, то есть смотрите, у них, скорее всего, шкала будет на 10 плюс 100. То есть, соответственно, они на музмехе будут ходить с усилением заряда 25. То есть представьте, музмех у них бьет там по 10 тысяч. И, соответственно, 2500 они будут просто получать на халяву. То есть их и так было убить невозможно, а теперь будет вообще нереально завалить. Вот единственное, как их будут кидать с этим зарядом теперь. Вообще всех. То есть если я, допустим, музмеха усиливаю на 10%, мне будут подбирать противников на 10% сильнее. Или я буду попадать к тем же самым противникам, но у меня музмех будет на 10% сильнее, чем у всех остальных. Вот эта вещь мне, к сожалению, непонятна. Ну и накопление зарядов будет происходить, соответственно, из-за того, что вы ходите на полигон. Это на простую победу, на обычную 1 дают, за элитную будут 2 единицы давать. И на экспедициях за нормальную 1 будут давать. А за высокую будут у нас 2. Ну, на кошмарку ходить я не буду. Ну, может, хожу как-нибудь ради значка. Вот такая вот интересная у нас вещь. Я думаю, максимум, что я прокачаю, это будет плюс 1 или плюс 2. Ну, это вообще, это прям, честно, это самый максимум, что я могу вытянуть. Ну, ладно. Вот так. Примерно у нас выглядит это все. А сейчас давайте закончим красиво у нас нашу любимую подземочку. Быстренько-быстренько пройдемся с 1500 места до 900. Быстро-быстро побьем. Ладно, смотрим. Ну давай, посмотрим, на что ты способен. Ну, хотя бы один, да? Валим, продолжаем. Отлично.
Нам надо попасть. Так. 1944. Ну-ка, это. Все должны говорить минут за 8 максимум. Ну, ребята, всем спасибо за просмотр. Посмотрели, немного разобрались. Счастливо! До новых видео!